В Махачкале полицейские раздали постящимся воду и финики. Они провели акцию накануне вечером в священный месяц Рамадан. Утолить жажду и голод смогли как пешеходы, так и водители автотранспорта. Так стражи порядка решили помочь верующим и облегчить им своевременное разговение. По данным ведомства, подобные акции проводятся по всей республике для тех, кто оказался в пути ко времени ифтара.